Сегодня в меню – квас из сушеных яблок. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Сахар – 90 грамм. Вода – 2,5 или 3 литра. Дрожжи – 4 грамма, сухие. Яблоки сушеные – 160 грамм. Если вы ищете вкусный напиток, чтобы утолить жажду в летний зной, тогда вам стоит обратить внимание на квас из сушеных яблок. Из скромного набора ингредиентов получается отменный напиток. Готовим. Подготовьте необходимые ингредиенты. Яблоки разложите на противне и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут. Яблоки должны быть зарумяненными, допускаются легкие подпалины. Возьмите банку объемом 1,5 литра. Переложите в нее яблоки, слегка утрамбуйте их и залейте крутым кипятком. Перемешайте ложкой. Оставьте на 10 минут. За это время небольшое количество воды впитается в яблоки, поэтому долейте до самого горлышка банки еще кипятка. Банку накройте крышкой и оставьте на 1,5 часа. По истечении времени добавьте сахар, перемешайте. Оставьте еще на 20 минут. Необходимо, чтобы сахар растворился. Процедите через сито содержимое банки. Яблоки нам больше не понадобятся. В яблочный отвар добавьте дрожжи и размешайте. К этому моменту вода еще не должна остыть полностью. Температура должна быть примерно 35-30 градусов. Перелейте отвар с дрожжами в банку большего объема. Влейте еще 1,5 литра теплой воды. Накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3-5 часов. Через указанное время встряхните банку, на поверхности должна появиться пена. Это говорит о том, что квас можно уже пробовать. У него не должно быть резкого дрожжевого привкуса. Готовый квас охладите и подавайте к столу. Удивительно, что из яблок получается квас, максимально приближенный к тому вкусу, что мы помним из детства. Обязательно приготовьте этот вкусный напиток. Следуйте рецептуре, и результат вас приятно порадует. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться».
Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!